пятиэтажном доме по улице Муратбаева 65-летняя гражданка с ограниченными возможностями в течение 2 дней лежала в обморочном состоянии. После сообщения соседей спасатели вызвали ее из квартиры и передали сотрудникам медицинского центра. Спасатели пробрались в квартиру через балкон, карабкаясь с верхнего этажа. В уборной они обнаружили гражданку, инвалида второй группы, которая упала и не могла самостоятельно встать. Женщина была спасена и передана в руки врачам.